Всем привет! Вы на канале Алекс Той Шоу, и сегодня у нас на обзоре новая машинка от компании Технопарк. Это Газель Скорая помощь.
Она на батарейках, со звуком, со светом. И давайте ее распаковывать и смотреть поближе. Так, машинку мы распаковали и посмотрим поближе. Она бело-красного цвета, надписи на ней на украинском языке. У нее открываются передние двери, боковые и задние. Также сзади есть вот этот, подвигается пандус, и вот есть такая кроватка для пациента. Заезжаем, закрываем пандус. Все. Сверху у нас есть 3 мигалки, одна большая, 2 маленькие и кнопочка. При нажатии кнопочки у нас загорается мигалка и есть звук. И звук скорая помощь. Машинка металлическая, имеет инерционный механизм. Выглядит очень красиво, ну а сейчас, я думаю, мы с ней посмотрим мультик. Если машинка вам понравилась, то в описании есть ссылка, где ее можно купить.